17 июня, Тверской областной суд. Сегодня здесь вынесен приговор активным участникам организованной преступной группы Алексею Филиппову, Антону Сильченко, Дмитрию Грибанову и Вячеславу Стешенко. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в незаконном производстве, хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах. Деятельность организованной преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. В феврале 2019 года сотрудниками УФСБ России по Тверской области были задержаны 6 фигурантов, изъято более 5 килограммов готовых наркотиков, свыше 600 килограммов ингредиентов для их производства, а также высокопроизводительное оборудование стоимостью около 20 миллионов рублей. За время нахождения в СИЗО понял, все переоценил, поступал неправильно, содеянным искренне раскаиваюсь, прошу строго не судить. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность 3 нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Скажите, вы считаете себя виновными? Да. По предъявленным статьям всем? Да. Вы у кого-то хотите попросить прощения? Общество. В первую очередь перед обществом попросить прощения. Прокуратура Тверской области поддержана государственное обвинение в отношении 4 лиц, состоящих в организованной преступной группе, занимающихся незаконным оборотом на территории Тверской области наркотических средств и психотропных веществ. А именно в период с мая 2017 года по февраль 2019 года непосредственно занимались изготовлением и распространением наркотических средств. На основании собранных следственным подразделением УФСБ России по Тверской области доказательств, Тверской областной суд вынес обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса России, незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. 4 фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима сроком от 16 до 18 лет. Законность и оценка данному приговору будет дана нами после его получения и изучения. 2 участниц преступной группы, оказавших помощь в раскрытии указанного преступления, приговорены Старицким районным судом в ноябре и декабре 2020 года к 9 и 12 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.